эфире. Всех женщин, девушек и всех бабушек, короче, женского пола поздравляем с 8 марта. У нас тоже девочки в оркестре есть. Если у них родители, которых хотел бы тоже поздравить, ну, всех с 8 марта. Ну, начинаем мы свою программу. В основном, вы же уже знаете, что у нас джазовая школа, джазовая музыка. И хотел бы вас пригласить с 30-го, 31-го, 1-го, 2-го апреля, а 30-го, 31-го марта у нас в Алмате открывается международный джазовый фестиваль. Это участвовать будет около 8 стран. Это из Германии, из Франции, Австрии, с Польши. Впервые у нас будут из Испании, Италии, может быть, Турции. Вот еще где-то около 8 стран. Поэтому концерты будут проходить в филармонии имени Жамбыла. Пожалуйста, нас приглашаем туда. У нас, значит, 30 и 31 это четверг, пятница. Концерты будут где-то с 7 вечера. А в субботу и воскресенье с 5 там будут по 3 отделения где-то. Групп очень много. И наш оркестр тоже будет в субботу выступать в филармонии имени Жамбыла. Вы в курсе, наверное, что мы недавно приехали из Нового Орлеана, и мы нашу программу будем играть именно там, на фестивале, который возили в Новый Орлеан. Ну, начинаем. Самое интересное.